Привет, мои друзья! Ну, мы с вами в Подмосковье. Девушки отдыхают, улыбаются нам в подмосковном Дмитрове. Ну, как бы ничего не происходит, люди отдыхают. Все ничего, у нас понедельник, да. Очень жарко. Очень было жарко у нас сегодня. Смотрите, какой у нас Успенский собор в центре города. Ну, в общем-то так, ничего интересного. Ой, ребята, кажется, что-то интересное намечается. Саша? Галина, привет, салют. Привет. Какими судьбами в центре? Да, вообще прогуливаюсь просто. А ты, друзья, это наш астролог. Я вам сейчас расскажу. Ребята, я увидел мою старинную знакомую Галю. Гала Зет. Это наша актриса, которая снималась в наших фильмах. Ну, в общем, сейчас вот взял ее, встретил. Уже сколько мы с тобой не виделись? Года два, да, наверное, не встречались? Года два, да. Хотя в одном городе. Да. И вот я сейчас выхожу-то редко в люди-то. Вообще, она астролог, очень интересный человек и художник. Так, а сейчас я хочу узнать, чем она сейчас занимается. Сейчас мы узнаем, ребят. Сейчас, секундочку. Ты хочешь знать, Галя, расскажи. Что я сейчас делаю? Да. Как ты живешь вообще? Как вот. А ты почему здесь? Ты каждый вечер гуляешь, да, что ли? Ну, сейчас погода очень хорошая, и надеюсь, все лето будет такое теплое у нас в Подмосковье. Ну, а вот в мае ты где-то была, уже приехала, прилетела откуда-то или. Ну, сейчас все вылеты закрыты, кругом все стороны. А, закрыты, то есть ты дома, да, уже. Поэтому мы пока сидим, отдыхаем и творим дома. Ага. Как твоя астрология, которой ты вот не так давно еще занималась? Астрологией? Ну, пока. Для себя, да? Для себя. Только пока так вот. Не хочу заглядывать в будущее, потому что будущее у нас очень такое. Как можно сказать. Туманное? Ну, не то, что туманное, а разноцветное. Разноцветное, поэтому хочется, чтобы намного было все лучше. Но будем давать программу, хорошую программу положительных эмоций, положительных каких-то таких мыслей вместе, совместно, о хорошем думать. И поэтому, чтобы у нас хорошо дальнейшее наше будущее сложилось только от положительных эмоций и мыслей. А программировать лучше не надо никого. А лето будет так нормальненько, да? Хорошо. Чем занимаюсь? Музыкой занялась. Сейчас веду свой блог на YouTube. Так. Гала Зе. То есть я делаю клипы, собираю интересную музыку, которая мне нравится по моим вибрациям. И создаю клипы. Очень много стало подписчиков и приглашаю подписаться тоже на мой канал. Вот, слушать прекрасную музыку и делать мир лучше. Так, а музыка какого плана? Космическая какая-то? Ты где ее берешь? У меня, скорее всего, да, у меня такая космическая. Ну, в общем, да, что спрашивать, надо посмотреть. Транс, да? Такой медитативный транс. Вот, поэтому приглашаю послушать мой канал. А картинки ты берешь, видеоряд откуда? А видеоряд просто интересно. Раньше я делала сама из просто определенно беру картиночку, накладываю на нее всякие. Да, я немножко смотрел эффекты, эффекты, анимацию. И она, лунный кратер там был, да, и голограмма какая-то. Что-то а такое. Сейчас я беру просто вот мне что-то нравится из космических игр. Там такие футуристические пейзажи. Бесподобные. Вот это я все монтирую, накладываю музыку, и получается прекрасный клип. Друзья, ну зайдем, посмотрим, потому что. Ну, Гала, она творческий человек, добрый очень. Зайдем, посмотрим, почему нет. Обязательно зайдем. Так, а живопись пока на второй, на третий план, да, ушла? Живопись пока на второй, третий план, но много всяких идей новых. Это как старт, наверное, перед чем-то интересным в дальнейшем. Ну, как здоровье? Ну, не жалуемся. Здоровый образ жизни ведем, не жалуюсь. А если границы откроют, как-то куда-то хочешь, да, поехать? Ой, ну я очень люблю путешествовать. Я очень много где была ранее. Просто сейчас вот из-за коронавируса все закрыли, к сожалению. Была во многих странах. Я очень люблю путешествовать по историческим местам, смотреть исторические какие-то памятники древние.
Ну да, в каком древнем памятнике, который замок, да, какой-то, где ты видела такой замок? Ну, много замков. Я была в древней Аютае, это в Таиланде, это столица древнего Сиама. То есть вот эти вот сооружения. А, да, я помню фотографию. Потом очень меня просто поразили мегалитические сооружения нашего Кавказа, Краснодарского края. Это дольмены. Вот там я просто отдыхаю душой. В окрестностях вообще... Геленджика? Да, в окрестностях Геленджика. Это просто такое наследие. Вот. Ну и очень много. И в Турции очень много памятников таких мегалитических сооружений и, можно сказать, допотопной цивилизации. Очень много всяких красивых, интересных мест силы, я бы сказала даже. Вот я что езжу, я чувствую, что там какая-то сильная энергетика. В общем, я набираюсь этой энергетики для, может быть, своих каких-то потом будущих работ. Вот. И чувствую, что вот там, да, места силы. Хотя у нас тоже Дмитров очень такой город, большое место силы. Вот вал. Считаю, что вал – это тоже сооружение такое. Сильное, мощное, и от него идет очень сильные потоки. Да. Здесь вот сейчас пока заряжаемся, пока есть возможность выходить на улицу. У нас еще... А еще интересный момент, что я нашла на YouTube, на просторах интернета, когда я искала для себя, когда я пишу картины, я люблю музыку слушать, какую-нибудь такую, или легкую, или космическую, в общем, под настроение, под живопись, то, что я хочу изобразить. И вот постоянно на YouTube встречаю автора Стив Морган. Думаю, кто? Ничего себе. Что за автор? Такая шикарная музыка, такие обалденные композиции. Ну, я думала, какой-то зарубежный автор какой-то, что, кто. Я начала копать в интернете, и что меня поразило, это, оказывается, наш земляк. Он живет в городе Кимры. Ничего и пишет себе эти шедевры. Надо в гости к нему ехать. Шикарный композитор. В гости надо ехать. Его к нему зовут слушать. Влад Матков. Вот так вот. Да. Стив Морган, ну, шикарно. Так я с ним немножечко попереписывалась, сделала несколько клипов на его музыку. Галочка, пожелание нашим зрителям. Пожелание, сейчас какое может быть, с оптимизма и здоровья. И верить, что все наладится и будет хорошо. Я оптимист. Поэтому, Саша, тебе тоже творческих успехов, чтобы тоже канал твой продвигался. Вот. И все твои планы и задуманные мечты все сбывались. И я надеюсь, может, мы скоро все даже вместе куда-нибудь поедем. Друзья, вот на такой позитивной ноте тогда заканчиваем нашу встречу с Галиной. Ну, хотя есть возможность вот нам же вместе, чтобы вы поняли, что я не из дома вещаю, действительно, что Галина существует. Я такой бородатый, пацаны, дед ВДВ, но пока бриться не буду. В общем, Галочка, она же молодец, она же, когда я начал снимать фильмы, одна из самых первых наших актрис. Это вообще, то есть сразу согласилась сниматься, и мы тут начали энергетика. Это было здорово. Энергетика классная у Галины вообще. Это было по кайфу. 13-й год. Да. И творческих успехов тебе, Саша. Да. Новых фильмов, новых роликов. Так держать. У нас вообще канал мой смотрят все мужики, ветераны советской армии, ветераны в десантных войск. В общем, такая крутая братва. Поэтому вот что ты им пожелаешь? Мужикам. Любви. Мужикам беречь женщин. Вот я хотел услышать. Да. Потому что без женщин. Все, на старости лет особенно. И защищать нас. Тоскливо будет нам. И защищать. Да. Только на вас надежда. О, видишь, какая симпатюшка. Вообще класс. Ну все, друзья, обнимаем. С вами был дед ВДВ и Гала из вечернего Подмосковья, древнего города Дмитрова. Ура! Пока. Ура, пацаны.